образовании, скорее не движение, а как метод работы. Это сверстник обучает сверстника. И, наверное, сегодня молодежь, в общем-то, критически относится к тому, что говорят им взрослые. Они оценивают, переоценивают, не доверяют где-то, но и больше верят своим сверстникам. Поэтому думаю, что пример вот этих ребят, которые сейчас становятся членами клуба, он будет для других достаточно, ну, наглядным, что ли. И когда они сами расскажут, где они бывают, какие в стране происходят события, наверное, это будет иметь больший эффект, чем мы просто теоретически на уроках будем им рассказывать. Проводить занятия по тематике историческое возрождение как Беларуси, так и вооруженных сил. По изучению военного дела это и строевая подготовка здесь будет входить, и стрельба из пневматического оружия, разборка, сборка автоматов.